Социальные сети, интернет-покупки, новые знакомства. Все это и многое другое есть в виртуальном мире. Получить к нему доступ хотят химкинские пенсионеры. Теперь такая возможность им представилась. В библиотеках городского округа открываются курсы компьютерной грамотности для представителей серебряного возраста. Это нельзя назвать уникальной программой, потому что мы все с вами знаем, что компьютер давно стал уже таким привычным гаджетом. Но вы знаете, как оказалось, пенсионеры, и вы слышали их отзывы, они испытали огромное удовольствие о том, что им предоставили такую услугу, поэтому мы обратим на это внимание, и мы постараемся сделать так, чтобы такая услуга была предоставлена во всех библиотеках Химкинской библиотечной сети, в Химках. Программа компьютерной грамотности состоит из 6 занятий по 2 часа и занимает 3 недели. В рамках курса студенты учатся пользоваться клавиатурой и мышкой, создавать папки и почту, заходить на различные сайты и оплачивать коммунальные счета через интернет. Вот она едет к вам не сейчас. Не сейчас, да. Жмите. У Татьяны Ларкиной раньше уже был опыт работы с компьютером. Но 2 года назад домашнее оборудование сломалось, а навыки владения нужными кнопками быстро позабылись. Дети обещают купить новый ноутбук, так что эти уроки будут очень кстати, признается женщина. Сейчас мне очень хочется возобновить свои знания и узнать, куда что, переписываться с друзьями, заходить в эти аккаунты, еще куда-то. Наши пенсионеры, которым за... наперебой просили записать их. Вот сейчас как бы записались 20 человек. Ну, и собираются вообще ходить. Вот некоторые вообще только хотят начать, другие уже немножко знают. Третьи хотят на смартфонах научиться. Ну, в общем, вот в таком вот ракурсе хотят люди. И это очень важно. Библиотеки Химок переоборудуют и оснащают компьютерами в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» и при поддержке администрации городского округа. До 2022 года в муниципалитете обновят и запустят в новом формате еще 4 библиотеки.